Доброго дня! Сегодня мы будем нашим маленьким козочкам и их мамке ставить укол седимина. Это витаминки, необходимые для их правильного развития, роста, а для козы это восстановление. Ставить этот препарат нужно на третий день жизни молодняку и потом повторить на десятый, чтобы закрепить. Также рекомендуется потом еще раз проколоть им, когда отрывают от груди и переводят уже на самостоятельное питание в свой вольер. Так, ну вот у нас такой вот препарат. Седимин. Ягненку по инструкции положено, ну козленку положено 2 мл. Вот так же в заднюю ножку. Глубоко не будем. Да нет, глубоко не будем сейчас. Прощупаю, где можно. Раз и готово. Все, следующий. Так, давайте лапку мадамы. Так, чуть-чуть в сторону сюда на мне. Вот, чтобы мясистая часть вот тут была. Так, нет, тут косточка, Юля. Вот так вот. Нет. Юль, тут твой палец. Ну куда? Как сделать-то? Вот так. Тихо. Заплакала это. Вот так все. Хорошо. И мамаше тоже надо будет сейчас поставить. Ей 4 кубика. Так, открывайте ворота. Добрый доктор Айболит всех излечит, исцелит. Эх. Давай. Готовьте жопку, мадам. Тихо. Вот так вот. Тихо, тихонько. Все. Красиво. Итак, чтобы ваше молодое поголовье росло крепким и здоровым, не забывайте ставить им витамины. И не забывайте про мамашек, им тоже надо восстанавливаться.